Ребят, всем привет! Всем привет! С сегодняшнего дня у нас новая рубрика на канале. Мы будем выкладывать для вас проверенные автомобили, проверенные нами. То есть проверочку вы сейчас увидите дальше, как это все происходит. На проверенных автомобилях будут наши наклейки. Да, и заодно расскажем о кредитах. То есть многие спрашивают, можно ли у вас взять машину в кредит. На зеленом углу, на авторынке «Зеленый угол» есть кредитная организация, которая выдает кредиты. И мы побываем в ней и расскажем, как это все происходит. В общем, подписывайтесь, не переключайтесь и смотрите. Так, друзья, ну и как мы вам обещали, находимся в компании «АвтоСити». Ребята занимаются кредитованием. Вячеслав, руководитель. Здравствуйте. Сейчас нам расскажет, как это происходит, ну и примерные условия. Ну, значит, во Владивостоке мы находимся уже больше 2 лет, занимаемся автокредитованием. У нас, так скажем, 25 банков-партнеров, с которыми мы работаем. Кредитуем жителей всех регионов, то есть неважно откуда человек. Самое главное требование – паспорт Российской Федерации и второй документ, удостоверяющий личность. Ну, как правило, это водительское удостоверение, либо свидетельство ННН, либо загранпаспорт. Вот, значит, решение по кредиту можно получить в течение часа, ставки от 7,5% годовых. Вот, можно работать дистанционно, то есть для жителей других регионов мы можем сначала получить решение, а потом можно определиться с выбором автомобиля. В принципе, ребята могут помочь грамотно, качественно подобрать достойный автомобиль. Вот, а мы помочь с кредитованием. То есть, повторюсь, 25 банков-партнеров, вот, паспорт, права и сведения с места работы. Никаких справок о доходах не надо. Вот, только сведения в виде контактных телефонов, то есть, ну, прозвон с банка осуществляется однозначно, то есть отсутствие действующих просрочек – основное требование, и отсутствие долгов на приставах – это вот ключевое. Вот, с просрочниками, с должниками мы не работаем. Вот, что еще рассказать? Что, сайт у вас есть? Сайт есть у нас, да. Я отправлю, прикрепите. Ссылочка на сайт, да, чтобы вы познакомились, зашли, почитали, будет в описании. И смотрите, вот он офис, да, то есть, грубо говоря, как все называют, не шараж, монтаж контора, а руководитель, менеджер, еще менеджеры сидят. То есть полноценный офис. Пойдемте выйдем, покажем пример на автомобиле. К примеру, автомобиль Honda Grace, новая модель интересная, то есть аналог Toyota Corolla. Вот, но по начинке намного интереснее. То есть в кредит без первоначального взноса получится примерно в районе 20 тысяч. Это из расчета на 5 лет. То есть кредит оформляется на 5 лет, но есть возможность как частичного, так и полного досрочного гашения. Либо пересчитываются проценты, либо срок по кредиту. Вот, клиент сам выбирает. Мы одновременно можем получить решение в 5 банках. Вот, и клиент сам выбирает платежи, там, переплату и так далее. То есть мы даем выбор. Вот. Чем удобны мы и работа с нами? То есть вам не придется бегать по банкам, тратить кучу времени на заполнение анкет, подтверждение там всякими справками и всем остальным. То есть, а еще порой банки-партнеры делают скидку по кредитной ставке нашим клиентам, потому как мы работаем со всеми городами, у нас практически во всех городах есть филиалы. Вот. И напрямую обратившись в банк, вы не получите такой ставки, нежели если придете и подадите заявку через нас. То есть выбор автомобилей огромный. То есть это может быть вся зеленка, это может быть любое объявление с дрома, вот, это может быть автомобиль брата, свата, соседа, неважно кого. Вот, то есть как бы, ну, главное желание. Вот, обычно люди, не знаю, приезжают вот на рынок сюда, да, и, как правило, там, я не знаю, денег на Honda Fit, а в голове Honda Vezel. То есть, ну, в этот момент мы тоже можем помочь, то есть с хорошим первоначальным взносом кредиты оформляются автоматически, одобряются. Вот, выдача производится автомобиля день в день. Практически вся зеленка, все ребята, продавцы с нами работают. То есть схема отлаженная, отработанная. Милости просим, наш офис. Друзья, ну, спасибо руководителю компании Вячеславу. Спасибо, вкратце вам рассказали. За более подробную информацию ссылочка на сайт будет в описании. И телефон тоже будет указан в описании. Это Honda Shuttle. Автомобиль 2016 года, гибрид, пробег 48 тысяч, аукционник он настоящий. Сейчас, наверное, сначала начнем с аукциона, покажу. Значит, аукцион у него идет 3,5 балла, ЦЦ, пробег 47 567 километров. Вот номер кузова, то есть можете смело открывать, пробивать статистику, он бьется, все проверено.
Вот они все вот косячки, коточки, да, которые есть на автомобиле. Ну, скажем так, пишут много лишнего. Много лишнего. Все полностью соответствует. Вот шилдик, номер кузова на автомобиле. Так, автомобиль 16-й год, комплектация X. Комплектация, конечно, не супер модная, да. Допустим, Z-ка она будет стоить 1000 на 100, наверное, побольше. Значит, начнем с багажного отделения салона. Здесь у него вот такая вот полочка, само багажное отделение. Наград на месте. Так, не могу я одной рукой поставить, неудобно. Я потом закрою по низу. По ржавчине, сами все видите, но на яму мы с вами еще заедем. По салону дверные карты. Не царапин, ну понятно, то что машина не новая, да, есть какие-то мелкие царапины, но при большом желании, вот допустим, и то это была не царапина, все это можно убрать. В целом салон чистый, аккуратный. Бесключевой доступ в автомобиль. Вот видите, небольшая вот такая косточка, царапинка. Это все можно убрать. Сидушка. Книжки, обслуживание по Японии, Honda. Видите, в принципе, все чисто. Ну, я так понимаю, химчистку ему не делали, то есть сделать легкую химчистку, салончик будет прям в идеале. Одометре тоже видите 47 586, то есть здесь никто ничего не скручивал. Камера заднего вида установлена, климат-контроль, кондиционер работает. Печка работает. Короче говоря, работает все, что должно работать в автомобиле. По целостности автомобиля, то есть капот целый, родной, крылья родные, болты все целые. Ничего не откручивалось, не крутилось, не снималось. Вот это вот мелкие рыжики, да, несмотря на пробег там 47 тысяч, ну, ребят, это Honda. То есть это у всех Honda. Передняя планка целая, лонжероны целые, масло в двигателе, ну, стандартное, скажем так, да, не чистое, не грязное. В любом случае, при покупке автомобиля на рынке зеленый угол для себя уже меняете масло. Вот, здесь по низу, ну, говорю, сейчас заедем. Сейчас заедем с вами еще на яму. Так, далее, значит, по резине стоит неплохая резина Nextree, размер 185/60/15. Резина у нас 2017 года выпуска. Давайте посмотрим по толщиномеру. То есть мы его полностью проверили уже, да? Сейчас для вас еще раз все покажем. Вот это родной слой краски. Это все микроны. Шпаклевка начинается где-то в районе 400 микрон. Вот тоже, вот видите, вот эти вот косточки, да, они на аукционнике указаны, но еще раз повторяюсь, автомобиль он не подготавливался, вот это все, это сполируется. 49, 48, 47. Все в родной краске. Почему дали 3,5 балла? Да потому что аукционы, они все разные. То есть на каком-нибудь другом аукционе мы могли, наверное, дать и 4 балла. То есть проемы здесь все целое. Видите, внутри немного меньше показатель. Лака меньше. Болты целые, не сорванные. Передняя левая дверь тоже все целое.
Эти стойка тоже целая. Крыша, естественно, крыша. Некоторые не проверяют крышу, не смотрят. А зря. Задняя дверь. То есть сейчас я на камеру, да, вот вам по несколько раз на деталь. Когда автомобиль проверяется, он проверяется. Ну, давайте примерно покажу как. Эту дверь показывал, сейчас на следующей детали покажу, чтобы время не тратить. Здесь швы идут заводские, точно сварка идет заводская. С правой стороны тоже шов заводской, точка заводская. Если, допустим, меняется крыло, да, заднее будет три шва, ну и, соответственно, вот этот шов, поверьте, он будет не родной. Сразу это увидите. Опять же, тот, кто понимает в этом. Ну, вот, допустим, для примера, да, как проверяется деталь. То есть идем буквально через каждые 5 сантиметров, потому что бывает покрасят так, то что вот здесь шпакля, а вот здесь родная краска. Видите, разницы практически нет. Вот они, вот эти вот косточки. А один это тоже все указано. Вот взять тряпочку, полирнуть, и прямо сейчас этого ничего не будет. То есть, кому интересен данный автомобиль, может смело его покупать. Стоит он 800 тысяч. С правой стороны тоже видели, болты целые, все двери. Целая, не снималась. Внутри проема все целое. Небольшая вмятинка и как бы коцочка, да, не знаю, будет на камеру, не будет видно. Вот эта коцка, она полирнется, вмятина. В принципе, она сильно в глаза не бросается, но при большом желании цена вопроса 500 рублей, она вытягивается бесконтактно. Вот, красить ничего не нужно. Стоечка с правой стороны. А можешь даже купить? Да, можно купить. Можно купить. Крыша. Так, ну вот видели, да, какие показания. Для примера сейчас покажу. Если была бы покраска, вот я прибор криво ставлю с небольшим искривлением, да. Вот 322. Давайте побольше попробуем. Там 366, 689. Вот это уже была бы шпаклевка. По работе двигателя никаких нареканий нету. Капот мелкий, вот они, видите, мельчайшие сколы. Раз скол, два скол, но три скол. Вы должны понимать, да, то, что это не новый автомобиль, это автомобиль не с салона. И прям идеальным он быть не может. Нет, он, конечно, может быть идеальным. То есть такие автомобили, но редко. При желании вот эти сколы легко убираются. Красить ничего не нужно, просто подтампонить аккуратненько. Видите, прошли. Прошли с вами весь автомобиль в родной краске. Так, по сканеру, значит, у нас прочитал системы, которые поддерживают автомобиль. То есть проще сделать вот так вот. Прочитал 13 систем, неисправности 0. Все системы работают нормально. Это получается у нас двигатель, АКПП, АБС, подушка безопасности, EMA, это гибридная система, ну, электрический рулевой привод, сервомеханизмы, ну, все системы в норме. Так, в каждой системе есть подсистемы, как бы можно посмотреть поток данных работы данной системы. То есть автовыбор, вот у нас все показатели, датчики. То есть мы это все выбираем, подтверждаем.
и смотрим параметры двигателя. Работа, дроссельная заслонка, клапан ЕГР и все остальное. Также можно посмотреть и гибридную систему, то есть МА. Сейчас она прогрузится. Окей. Выбираем поток данных. Подтвердили. Ну и смотрим все параметры батареи, гибридной системы, все датчики работы, температуру и напряжение ячеек. То есть это долго листать, получается у нас 44 страницы. Так, и вот напряжение каждой ячейки. Тут получается батарея состоит, называется это бамбуки, они состоят из нескольких ячеек. Если не ошибаюсь, там в одном бамбуке получается 12 ячеек. И вот каждую ячейку можно по напряжению все это посмотреть. И уже примерно посмотреть, как работает данная батарея в данном автомобиле. Ну и также специальные функции. Можно посмотреть саму батарею по ошибкам. Все это грузится, текущие данные батареи. Так, вот, пожалуйста. То есть это уже по секциям А, Б, С, Д, вольтаж полный батареи и как она работает. Именно батарея. Все нормально, все отлично. То есть по сканеру к автомобилю вопросов нет. Все работает согласно регламенту. Так, друзья, ну по кузову вам автомобиль показали, по сканеру рассказали. Допустим, мы бы такой автомобиль, да, мы бы его рекомендовали к покупке. Плюс минимальный пробег, плюс хорошая цена. Ну, естественно, в любом случае делается тест-драйв обязательно. Без тест-драйва машины не покупаются. И нужно заезжать на яму. Это обязательно. Собственно, это мы сейчас и сделаем. Сейчас мы выезжаем на асфальтовую дорогу и проверим, как она разгоняется, как работает робот, дергается, не дергается. То есть проверяем в разных режимах работы. И сворачиваем на грунтовочку. Можно послушать полностью подвеску. Шумит, не шумит, гремит, не гремит. Но я думаю, с пробегом 47 тысяч греметь ничего не должно. Именно проверка подвески, наверное, самое актуальное, это ездить по какой-то гребенке. То есть вот по камням вот это мы цепляем травой, и шумы. Так как работает, смотрим машину в разных режимах, как она ездит, как она поворачивает, есть ли люфты. Ну, еще раз, и сейчас мы проедем на яму. Так, ну вот мы заехали на яму, да, видим бампер немного шаркнут, юбочка, это все мелочи. Здесь у нас пыльники целые, рычаги целые, все у нас идет целое. С левой стороны тоже все идет целое, стойки целые, сам двигатель, да, рулевая речка, вот видно то, что ни подтеков, ничего здесь у нас нету. По состоянию, по ржавчине, да, смотрите, в принципе, это идет пластмасса, защита. Кстати, пороги целые, не загнутые, что с левой, что с правой стороны. Да, яма, конечно, тут такая, ну, что поделать. Задняя часть автомобиля, видите, то, что швов никаких нету, ни с этой стороны. Вот навесное, да, какое-то оборудование, да, вот хомутик немного ржавенький, но это мелочь. Это не кузов автомобиля. То есть здесь у нас все целое. Вот, друзья, проверили данный автомобиль. Шаттл, 2016 год, гибрид. Пробег 48 тысяч, там 47 с копейками по аукционнику.
цена автомобиля 800 тысяч рублей. И, соответственно, наклеили наклеечку, проверено. То есть машину можно приобретать. Друзья, ну вот сегодня показали, как у нас происходит осмотр автомобиля. И теперь можно смело подходить к этому автомобилю. Он уже проверен. Там есть наш стикер, наша наклеечка. Его покупать. Если какие-то вопросы будут, вы звоните, мы расскажем. И еще, вот сегодня показали организацию, которая выдает кредиты. Наверное, будет много таких желающих, там умников, сказать, что мы имеем с этого деньги. Нет, мы денег не имеем. Нас просили рассказать, мы рассказали. Вот то же самое касается автомобилей. Мы на этом не зарабатываем. Вот, допустим, первый сегодняшний автомобиль, этот шаттл, как он стоит 800 тысяч, так он и стоит 800 тысяч. Вот, поэтому звоните, ищите на дроме, с продавцами созванивайтесь, сами торгуйтесь. Мы здесь ни при чем. На сегодня все. Всем пока. Всем пока.